Я Глеб Раумска, бейс-продюсер из Санкт-Петербурга. Раумска – это улица моего детства. Там я вырос и начал искать себя в музыке. Сейчас я живу в центре Петербурга на Петроградке, и для меня это особое доброе место. Стоит свернуть с Большого проспекта, и ты уже идешь по тихим пустым улицам. Мне нравится просто гулять здесь, ни на что не отвлекаться и переслушивать свои треки. У меня несколько музыкальных проектов, и один из них — «Береза». Я делаю реворки на классику русской эстрады. Интересные песни когда-то приходилось искать на кассетных сборниках, бродить по рынкам, спрашивать в ларьках или переписывать у друзей. Сейчас, где-то услышав трек, узнать название уже не проблема. То, что раньше занимало кучу времени, сейчас решается нажатием одной кнопки. Я нахожу фрагмент песни, который меня вдохновляет, и работаю с ним. Зачастую мне вполне достаточно ноутбука с MIDI-контроллером и нескольких часов. Я добавляю новые сэмплы, меняю ритм, перебираю сотни вариантов. Так получается новый звук, а треки обретают новый смысл. Благодаря этому музыка нашего детства снова может зазвучать на танцполах. Люблю путешествовать со своей музыкой. Бывает, что готовлюсь к выступлению прямо в дороге, набрасываю структуру своего лайва, думаю о том, какая публика меня ждет. Играть в других городах – это хорошая возможность показать свои новые работы и проверить их в деле. Рад, что моя музыка может дарить людям такие эмоции.